Самые новые модели смартфонов, планшетов, MP3-плееров, смарт-часов и прочих современных гаджетов расположились на полках магазина Эврика Мобайл. Здесь посетители, помимо основной техники, могут приобрести интересные аксессуары – беспроводные наушники, портативные зарядные устройства, моноподы и флеш-накопители по оптимальным ценам. Основное отличие – это именно ассортимент, правильная выкладка и наши консультанты в данных магазинах, они именно профессионально обучены в этом направлении техники, и они смогут проконсультировать всех наших клиентов в том, что какой именно гаджет выбрать, какой гаджет является на сегодняшний день самым, скажем так, продвинутым, и, соответственно, помочь сделать выбор нашим клиентам. В честь открытия магазина в течение 4 дней будет действовать акция с грандиозными скидками. Каждый покупатель может взять гаджет в руки и проверить его в действии. А услужливые консультанты помогут подобрать технику, которая подойдет именно для вас. Кстати, ее можно приобрести как за наличные, так и в кредит на выгодных условиях. Слышал об открытии магазина и решил посмотреть, что нового, что интересного у нас в городе творится. И, ну, в принципе, удивлен приятно обслуживанием, хорошей атмосферой, уютом, ну и, конечно же, ассортиментом. Пока смотрю, наблюдаю. Есть, конечно, уже претенденты на покупку, но пока смотрим, еще присматриваемся. Для того, чтобы сделать покупки еще более комфортными, в магазине создана специальная площадка для детей. Ожидается, что магазины нового формата Эврика Мобайл откроются еще в нескольких торговых центрах города. Айза Балтабаева, Бахадыр Тажибаев, Талгат Примкулов, новостная служба телеканала ТВК.